тренер команды «Сибклуб» Ермолов Юрий Владиславович. Юрий Владиславович, что получилось у вашей команды, что не получилось? Прокомментируйте, пожалуйста, краткий комментарий по игре. Ну, получилось пропустить очень большое количество голов. Не справились с атакой соперника. Дали им очень большую свободу на своей половине поля. И из-за этого сложилось такое количество пропущенных голов. Какие цели ставят ваша команда на остаток турнира? У нас больше как бы отступать некуда. Хотелось бы не только показать игру, но и победить в остальных матчах. Как вам команда соперника сегодняшняя? Конечно, мастеровитая команда, индивидуально сильные игроки собраны. И есть чему поучиться. Спасибо за интервью, удачи дальше. Спасибо.